Я приветствую вас на канале Мамина Пекарня. Сегодня я хочу вам показать один очень вкусный и простой салат из полезных овощей. Для начала нужно очистить от кожи баклажан. Я делаю на 2 порции, поэтому будет достаточно 1 баклажанчика. Разделим его на 3 пластины и порежем крупным кубиком. Я уже разогреваю сковороду с растительным маслом. Баклажанчик нужно слегка запанировать картофельным крахмалом, для того, чтобы он впитал меньше масла и был как можно менее жирным. Масло разогрелось до нужной температуры. Обжариваем баклажан до золотистой корочки. Добавим соль по вкусу. Все готово, баклажаны красивые, с хрустящей золотистой корочкой. Пока баклажаны оставим в стороне остывать, и на дно тарелки сделаем подушку из зелени, листья салата, руккола, любые зеленые, вкусные, полезные растения с вашего огорода или с рынка. Конечно, такой салат будет очень вкусный и без зелени, но раз уж сейчас сезон, то нужно обязательно воспользоваться. Спелый мясистый томат тоже будем резать крупным кубиком. И сразу выкладываем на листочки. Горячие баклажаны не буду выкладывать, порежу пока салатную луковичку тонкими полукольцами. При желании можете замариновать ее с уксусом. Мелко нарежем кинзу, петрушку или укроп. Для меня самое интересное сочетание – это баклажан, помидор и кинза. Лучше не придумаешь. Особенно весной, летом, когда все такое пахучее, полезное, насыщено яркими красками. Так, лучок я сбрызну лимонным соком и перемешаю с кинзой. Осталось порезать сыр фета. Хотите ровные кубики, обязательно режьте с моченым ножом и почаще смачивайте его, как только видите, что сыр начинает прилипать к ножу. Режем маленькие аккуратные кубики, хотя можно и раскрошить все руками на салат. На помидор я выложила остывшие хрустящие кусочки баклажана. Теперь посыплю все лучком с лимоном и с кинзой и выложу кубики брынзы. Получается очень красиво, ароматно. В качестве заправки можно использовать растительное или оливковое масло, и можно добавить туда ложечку соевого соуса. По желанию можно добавлять прованские травы, 1 зубчик чесночка, но это уже на вкус. В
заправляем и наслаждаемся вкусом летних красок. Приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч, друзья!